Швеция, на экологичность у них выпуск по игре Virtual Simulator по второму сезону уже отдают совсем немного. Вот, на сегодня у нас на обзоре Суходорс World Rangers 260. Вот, если не ошибаюсь, это вроде бы, кстати, то самое судно, которое не подобрало этих пассажиров теплохода Бумеранг, который был в 2011 году, но, кстати, он тоже есть, но не в той покраске, к сожалению. Вот, давайте посмотрим капитанский мостик. Вот такой вот у нас. Спавнитесь там внизу справа. А здесь мы сегодня не сможем спуститься вниз. Вот, попробуем, кстати, перекинуть вятку, то есть это тоже сухонос и бутнос. Потому что будет побольше кораблей. Вот такой вот у нас здесь, но, к сожалению, ничего не функционирует. Вот. Тут у нас новейшие шлюпки, то есть вот такие вот, хотя они везде сейчас. Ну, кроме теплоходов. Вот у нас флаг России. Вот у нас ята, то есть винты. И давайте уже приступим к запуску этого корабля. Точнее, это баржа у нас. Сейчас тут уже дым пошел. Звук двигателей. И вот мы уже поплыли. Надо немножечко туда развернуть от суши, а нет, а не к суше, чтобы... Так, ребят, у нас сегодня, кстати, сразу две даты, в общем, год от погибли вот эти там люди на самолете, то есть они там, самолет упал в Сочи, там, в воду, вот, и католическое Рождество, вот, 25 декабря. Ну да, 31 остается всего 6 дней, нам уже вот начинать готовить новогодний ролик, а тут у нас вот такая вот лестница, куда она у нас идет. Ну не знаю. Вот. Давайте заканчивать наш ролик, с вами был Майк. Ну а подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы не пропустить по этой видео. Всем спасибо, всем пока, до скорых встреч.